Обожаю раком, когда меня трахают как следует, при этом раздвигают мои булочки и засасывают. Привет, Доначу Криптой. О! Озвучка! Так они тогда, получается, не выбирают. Я здесь ни при чем. Господи боже. Саживают мне по самой, не балуй в мою узенькую уздечку. Это, очень, кстати, правда, он реально так любит. Кого? Сука! Что? Спалили секретный канал, блин. Он не публичный, это секретный, приватный. Все. Ёлка, так, что я сделал за свою жизнь? Интересно. Родился, было. Самая распаковка посылок от зрителей. Оружие, наркотики, проститутки, поддельные документы. Фильмы и сериалы, в которых снимался Антон Т2Х2. Чё, бля? А я? Кой! Ебём эту знать писаную! Давайте, давайте, вот здесь! О, посыпалась хуятина! Давай, сука, тварь! Давай, давай, сейчас иди нахуй из этого! Ну я хотя бы попытался, в отличие от некоторых. Я Сигма, мне эти девушки не нужны, так же этот... Кто? Как только увидел 70-летнюю бабку у подъезда. Мне кажется, ли у меня ускоренное видео? Нет. Пошли отдыхать, потому что это неадекватная хуйня. А вы теперь можете гордиться мной. Вот вас будут спрашивать, покажи мне своего любимого стримера. И вы такие, мой стример любимый, блядь. Он по федеральному телевидению по всей стране вещал. А не вот эти вот ДК, которые пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Информации никакой нет, я нацист. А я музыку из Лорекса включу. Ой. Че? Че? Сил! Вы где? Nobody breaks my heart. Господи, я подписался на себя со второго аккаунта, еще лайкнул, цифры ударили мне в голову, чувствую, как... Становлюсь Хесусом ВГН. Чего, блядь? Anyway, а я тут здесь. Бля, опять так я пернул, короче, в лифте. Пиздец, блядь. Просто пожелтели стенки. Сейчас, не дай бог, кто-то зайдет. Это все работяги расходятся после окончания ПБ. Ты долбоёб, сука, ты опять свою политику ебаную, сука. Встаём за лупа, встаём! Вадь, у братишкина аллергия на политику или что? Любой намек на политику в, как я понимаю, у Добракека у него сразу типа, да, долбоёб, да? Да, Добракек, да. Встаём за луп! Парашют! Нет! Чё ты думаешь, сука, я ликом шитая, блядь? На, блядь! Ебать! Бля, знаете, почему мне вот это вот напоминает? Кто-то вот его. Палец моей бабушки, когда она шила носки. Ну, типа, есть напальничник такой. Бабушки надевают его себе на палец, чтобы шить. Вот и Байден мне закинул. Бля, на Донат Пэй такие же уведомления. Наперсток или как он называется, наперстень. И он выглядит так же, как вот башка Дрейка сейчас, блядь. Вот палец и наперстень. Для шитья. Ага, Байден, спасибо за косарь. Добрый день, Хусус. Это администрация. Кого? Я, господи. Да.
Я думал, не видно будет. Спасибо! А что если на Америке флаг России ебанут здесь? Не надо. А что прикольно? Если вы прочитали слово «Ассалт», то вам срочно... Опять политика, блин, а? Осуждаю, блядь, невероятно! Сука, осуждаю! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь! Ха. Мне показалось? Ладно. И что это такое? Когда я был хобби-хорсер, они все боялись. Я скрывал своего хорс, типа я стесняюсь. Я не пожал им руку, что они хобби-хотинг-фобы. Я не пожал какая им руку, попы джоп. Ты слышала про Макси Чай? Да. Пьешь Макси Чай? Да. Классно. Давай, какую-нибудь песенку или тикток-танец. Мне интересно, да? Когда в России начнут арестовывать за вот подобные штуки, когда, например, люди приходят с моим изображением на концерт Мазелова. Но если вы возьмете Навального, например, так же, да, принесете туда, скорее всего, будут проблемы. Когда у людей начнутся проблемы из-за меня? Если они будут брать мой портрет, соответственно, тащить его, блядь, на концерт, например, и так далее. Даже. О, знаете, я не могу. СПБ. А, все, я понял, я принял. О, а пенсия. Это еще что за черт? Ответ. Это мадагаскарская руконожка или ай-ай. Уснула рано. Все через 5 минут. А, точнее, все, через 5 минут встаю, обещаю. Я в 6 вечера на следующий день выбираю удобную позу, чтобы продолжать спать. И спала сладко-сладко, я просидел бы до утра у твоей кроватки и любовался тобой, как... Блять. Ебать, он жует микрофон. Среди стримеров вот таким, ну, никто не занимается, знаете, что там трахался с братишкиным. Если у меня когда-нибудь будет девушка, а вместо нее я пошлю ее работать на завод, а я буду, собственно, продолжать блогерство. Папа — это старший брат в чате, реально. Типа, он вот самый вообще добрый, самый классный чувак в мире. Кто? Расстрелять! Чё, бля? И что? Я неплохой человек. Мне просто не повезло. Реально я. На 13 миллионов звука нет. Ну так, кстати, по факту. Блять, опять у меня деньги сняло с карты. Хоть скажи спасибо за то, что я на тебя... Ой, бля, господи. А? Да я не увидел, потому что сейчас... Посмотри. Сейчас посмотри. Вот она, видишь? Любовь, малыш. Так. Блять, ты конченый придурок, блять! Ты конченый долбоёб, я тебе не сказал! Я бы хотел немного заработать денег. Да, я бы хотел немножко заработать денег. А как бы ты хотела заработать денег? Ну, не знаю, как-нибудь. Да блять! Это пиздец. Дрейк решил по приколу запустить комету на свой город, но что-то пошло. Уже это комета. Комету запустим. А, это реклама. Полтора километра диаметр. Диаметр один пошел метр. Нахуй отсюда с этой рекламой. Все, блять. Пошла. Короче, я дрочил на мужика, ребят. Хуйня нарезка, я считаю, реально.